Доброе утро. Мы пришли в ГУМ на Красной площади. Уже отправились? Нет. Мы идем в гастроном номер один, да? Да, вот там. Живанши, моя любимая фирма. Как в детство сейчас попадем? Один стаканчик 100 рублей. А мороженое? Мне кажется, я здесь лет 30 была назад. Даже вспомнить не могу. Гортензия. Ой, какая красота. А в какую сторону? Вон, что написано. А, гастроном номер один нам нужен. Кафе Пушкин. А, он небольшой получается, да? Не, большой. Большой? Вот он здесь. Гастроном номер один. А, он большой такой. А, ну все можно купить вот черный красный. Да, сейчас я посмотрю. Как красиво. Белёвский зефир, пастила. Угу. Вот такая маленькая баночка, 6. Угу. Такая баночка, 31 900. А это что? Стерлить, я уже. А, ну это что? Консервы. А, это консервы? В томатном соусе, натуральном. Цена по 524 рублей. Горбуша за 300, килька 144 рубля. Угу. Интересно. Осетр, коктейль, мидии. А? Да. Белуга. Это форель. Омуль. Цена за 100 грамм. Качество соответствующее, конечно. Мясо лося томленого. Угу. Мясо краба. Угу. Это баночка 6 354. Баночка 6.
Это колбаса олень 1107, одна штука. Чоризо. Это салями с трюфелем 350. Ничего приемлемого. Кулинария. Цена за 100 грамм. 164, 93. Тоже цена тут за 100 грамм клубника 93. Попали в СССР. Только очень крутой СССР. Самый большой готов. Этот. ₽550 баночка. Маленькая 340. Давай вода гум. Бутылочка воды 100 рублей. О, как тут интересно. Ага. Ух ты, смотри, ничего себе. Убедительная просьба руками не трогать. Мама. 15 тысяч, 10 тысяч. А, вот это вот белуга. Я первый раз вот увидела ее. 3 литра. Белугу первый раз. Да, 20 тысяч, 3 литра. На полтора тля это. Коньяк. 19 тысяч, Хеннесси. Да. Тот самый, уже начали писать, смотри, а тот самый я чай индийский. 56 рублей. 56 рублей. Выпечка. Багетчик. Купили сыр Маздан. Стол заказов. Что-то скудненько. Стол заказов. Ну что, хороший магазин, гастроном номер один. Вот так. Всем хорошего дня.